Вот я подъезжаю к Байкалу в районе острова Ольхон. Это, по-моему, бухта радости, по крайней мере, такой указатель был. Указатель на дорожной табличке. И вот вокруг такая красота. И, кстати, снега вообще нет. И все-таки я больше люблю лето, чем зиму. Без снега это чудесно. Туда вдаль я поеду, и где-то через 10 километров у меня переправа через Ольхон. Я в городке или поселочке Сахюрта. Я в городке или поселочке Сахюрта, и, по-моему, именно отсюда отправляются паромы на Ольхон. Сейчас будем искать, откуда именно. Сахюрту проехали, а парома пока не видать. Ой-ой, парень, извини. Это я так подпрыгнула, а сзади песик. Да, вопрос. Парома нет. Навигатор куда-то ведет. И людей нет. Спросить некому. Куда ведет навигатор? Может быть, здесь? Куда должен? О, стоят машины. Наверное, они на паром. Высадки пассажиров. А пассажиры, значит, сами по себе. Так, сейчас пойдем спрашивать.